Друзья, всем привет! Небольшое включение, забрал партеечку. Вот сейчас в гараже тут раскидал, чтобы дома не мешать никому. Сейчас в гараже я все проверю, отсортирую. Вот, как говорится, все повкручиваю, промерю и посмотрю. Вот, у нас появилась новинка. Это значит Браунинг инвектор. Появился у нас полный чок, наконец-то новинка. Сейчас у нас есть абсолютно все. 20-й калибр полностью весь. Наружие МР, только наружие МР. 0,25, 0,5, 0,75 единица. 4 золотых сужения. Черные, значит, стальные на МР-ку. Двухпортовые у нас есть. Парадокс, Растер, 0,25, 0,5, 0,75 единица. 1,25, 1,50. Нержавейка у нас на МР-ку также трехпортовая только. Есть, значит, 0,25, 0,5, 0,75 единица. Мобилы все от черных, то есть там Растер 0,25, 0,5, 0,75 единица и 1,25. И нержавейка мобил тоже 0,25, 0,5, 0,75 единица. По криву, значит, она только в исполнении нержавейки 0,25, 0,5, 0,75 единица. И браунинг у нас тоже только в исполнении нержавейка. И в наличии у нас цилиндр 0,0, 0,25, 0,5, 0,75 единичка. Заказы просто полно, не успеваем на почту ездить. Вот, так что кому нужно, кто еще не успел приобрести к сезону охоты, успевай. Распаковал посылочку. Смотрите, ребят, какая нержавеечка красивая. Ай, просто бомбезная. Вот. Новенькая нержавеечка, прям вся блестит, переливается. Вот тут у нас Крио плюс инвектор, мобил. Вот. Внутри, конечно же, все хромировано. Просто бомба. Вообще прям идеальная. Ну и, как говорится, каких-то позиций количество ограничено. По предзаказам сейчас отработаем, половина уйдет. С вами канал Охотничий Простор Тамича. Всем удачи, всем пока, метких выстрелов и удачи на охотничьей тропе.